Этот год в Румынии отмечен четырьмя ключевыми избирательными кампаниями. Правящая коалиция страны достигла соглашения об объединении в июне выборов в ЕС и в местные органы власти. Социал-демократы и либералы войдут в единые списки на выборах в Европарламент, но на выборы в местные органы власти пойдут отдельно. Президентские выборы пройдут в сентябре. Первый тур может состояться 8 числа, а второй – 22-го. În afară de comasare și o alianță electorală între Partidul Social-Democrat, Partidul Național-Liberal pentru lista de europarlamentare, în cursul lunii septembrie să avem alegerile prezidențiale, desfășurarea activității. Opoziționale rumânske partii nu согласны с объединением выборов. Они считают это решение недемократическим и неконституционным, заявив, что будут добиваться его пересмотра в суде.